Всем привет, ребята! Я тут выпала на пару дней, потому что глаза свои лечила. Сейчас еще в процессе. С утра, когда я встаю, я вообще как вампирчик. Сейчас вот каплями всеми накапала, которые врач выписал, которые я сама купила, и побелели. То есть раньше не было. В общем, я уже сходила в магазин и купила еду коту. Сейчас я вам покажу, чем я кормлю своего кокоса. Итак. Значит, кокос тут у меня облизывает курицу. Я им покупаю куриную грудку. Вот, сейчас я вам покажу. Покупаю куриную грудку, режу ее, ложу в миксер, ну, в блендер, и блендерю. Потом разлаживаю на емкости и замораживаю. А, значит, замороженное выглядит вот так вот в контейнере. Я добавляю туда воды, чтобы она была пожиже, потому что он мало пьет воды. И вот так вот выглядит та, которую вот он ест. Небольшими порциями, чтобы она у него всегда была свеженькая. Курицу вымораживаю и, соответственно, потом кот ее ест. Даю ему, и сухой корм у него всегда лежит в тарелке, но он его ест только по ночам. А так вот он ест, собственно говоря, постоянно свой белковый корм. Итак, ребята, сейчас покажу вам свою дыхательную гимнастику, которую я делаю. Это буквально 5 минут каждое утро. Для чего я ее делаю? Для того, чтобы разбудить свой организм, настроить его на то, что уже утро и необходимо вставать. Можно делать лежа в кровати. Но я обычно как бы встаю, чтобы было... Настрой как раз на то, чтобы проснуться. Кокос тут со мной, конечно же, сидит. Мы с ним, даже если вы его не видите, то он всегда рядом. Итак, что мы делаем? В первую очередь делаем несколько глубоких вдохов и выдохов. То есть... При этом мы открываем грудную клетку, и мы помогаем себе... плечами. Кокос, не шали. Еще раз. Следующее мы начинаем задерживать дыхание. То есть сначала мы при вдохе раскрываем грудную клетку и задерживаем дыхание. А затем мы выдыхаем. Мы выдыхаем как бы весь кислород, который есть у нас. Выдохнули и задержались. Следующее, с руками и с осанкой, то есть мы раскрываем плечи этим движением, руки вытягиваем вперед и начинаем их отводить, делая при этом вдох и выдох, то есть. И так тоже около там 10 раз. После этого я делаю глубокое дыхание с задерживанием. И стараюсь приблизительно где-то минуту 20 держать дыхание. То есть я вдыхаю как можно глубже и задерживаю дыхание, и не дышу. Минута 20. Ну, у меня минута 20, минута 30 это максимум, сколько я могу. То есть... Потом ждем минуту, выдыхаем. Я всегда засекаю на телефоне. Так делаю повторение 5 раз. А потом при выдохе то же самое. Но там получается буквально там 20 секунд. То есть выдыхаем совсем все из легких и задерживаем дыхание.
и тоже так ждем. Очень хорошо тем, кто астматики, потому что я астматик, и я такие упражнения делаю утром и вечером, ну, уже, наверное, где-то лет 10. И вот у меня до ковида, когда я переболела ковидом, астма вернулась, а до этого у меня 10 лет была ремиссия. Так что, мне кажется, занятия спортом и дыхательная гимнастика это в значительной степени мне помогли вот держать мою астму под контролем, там, наверное, больше, чем 10 лет. Ребята, весна пришла. У нас такое солнце. Это вообще. И, кстати, стали видны мои грязные стекла. Ой, как хорошо, что я не люблю так сильно уборку. Так вот, хотела вам показать мой мини-огородик. А мой мини-огородик – это лучок в стаканчике. Я его купила, начал прорастать и думаю, поставлю стаканчик. Мне этот способ показала подруга. Викуля, привет. Раньше я не знала, что так можно делать. Ну, то есть не надо дополнительно покупать плошки с землей, потому что мой товарищ... Сейчас я вам покажу моего товарища. Потому что вот этот сладкий заяц, он у меня выкапывает все. Все, что только можно, если оно с землей. Поэтому вот это у меня будет зеленый лучок. Очень скоро. И кот не сможет с этим ничего сделать. Так что вот так вот. Итак, ребятушки, значит, сейчас я уже поработала, сняла полезное видео, сняла видео о том, как бороться с черными точками. Оставлю ссылку в описании, может, будет кому-то полезно. Также глаза у меня все лучше и лучше, они уже не такие красные. Вот, а сейчас я уже оделась, вот так выгляжу. Сейчас пойдем-ка мы с вами, на улице такая классная погода, такое солнце, ну, я не знаю, классно или нет, может, там ветер. Ну, в общем, пойдем-ка мы с вами сходим в магазин. У меня закончился творог, я же его ем, наверное, килограмма два за месяц съедаю. Поэтому сходим в магазин, и все, завтра уже на работу пойду. Как-то я с этой своей болезнью немного выпала из своего обычного графика, но засиделась дома. Так что вот так вот. Все, вернулась из магазина. Погода ужасная на самом деле. Солнце светит, но такой сильный ветер. Лохматились волосы. Так что спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами. Впереди еще много всего интересного. И спасибо всем. Пока-пока.